Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью изданию The New York Times, что за время пребывания на посту главы государства потерял огромные деньги. Трамп заявил, что потерял огромные суммы, занимаясь работой президента. «Это не приносит деньги, это одно из самых великих убыточных занятий. К счастью, по его словам, он не нуждается в деньгах, а цифры потерь невероятные». Тем не менее, свою должность он покидать не собирается. Политик заверил, что ему нравится его работа, и он собирается баллотироваться на второй срок. Трамп добавил, что не видит конкурентов среди республиканцев. Заявку на переизбрание Трамп подал в день инаугурации в январе 2017 года. Он не стал следовать традиции и ждать 2 года, прежде чем объявить о планах идти на новый срок. Это позволило ему собирать и тратить деньги на избирательную кампанию в течение всего срока своей работы. Reuters со ссылкой на заявление его штаба сообщает, что Трамп уже привлек на свою предвыборную кампанию 21 миллион долларов. Часть этих средств американский лидер потратил на поддержку своей партии на выборах в Конгресс в ноябре. Таким образом, к началу 2019 года предвыборный бюджет Трампа составит 19 миллионов долларов. Ранее он заявил, что пока не видит заслуживающих его внимания оппонентов на последующих президентских выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года.